С каждым годом все больше малышей рождается в анапских семьях. По показателям демографической ситуации наш город в лидерах. Анапа с 2007 года стабильно занимает ведущие позиции в Краснодарском крае и входит в пятерку лучших муниципальных образований с положительным естественным приростом населения. Сохраняются эти позиции благодаря работе высококлассных специалистов и достойной медицинской базе учреждений здравоохранения, которая совершенствуется с каждым годом. В 2013-м на базе детской городской больницы Анапы открыто отделение второго этапа выхаживания новорожденных. Квалифицированную медицинскую помощь получили уже более 200 малышей. Впервые за 32 года со дня постройки проведен капитальный ремонт фасада здания родильного дома. 2015 год обозначен президентом России как год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Должны быть намечены действенные профилактические мероприятия, подчеркнул глава Анапы Сергей Сергеев. В их числе Дни здоровья. Мы просим врачей выходить и медсестер, средний персонал, выходить в выходной для себя день, в субботу, и ехать к людям, не люди к нам, а к людям, и уговаривать, приходите. И чем моложе будет контингент приходить на День здоровья, тем больше будет пользы. Ранняя диагностика. Об эффективности Дней здоровья говорят и врачи. Выявленные случаи тех или иных заболеваний позволяют оперативно принять меры и не допустить развития тяжелых патологий. Полезная практика проведения Дней здоровья на курорте продолжается.